Именно здравия мы желаем друг другу при встрече, потому что здоровье есть самый ценный и, к сожалению, самый недооцененный нами ресурс, который дала нам сама природа. Важность и ценность здоровья мы начинаем понимать только тогда, когда мы его теряем. И сейчас, как никогда, мы, много людей, эта тема актуальна, и много людей ищут информацию о том, как быть здоровыми. И если мы действительно желаем быть здоровыми, контролировать уровень своей энергии, тогда давайте признаем, что за свое здоровье мы несем ответственность сами и не будем эту ответственность перекладывать на врачей. Если говорить простым языком, чтобы организм был здоров, надо сделать две вещи. Убрать то, что ему мешает правильно функционировать, и дать то, чего ему не хватает. На слайде вы видите, что на 60% наше здоровье зависит от образа нашей жизни. И только на 40% на здоровье оказывают влияние наследственность, медицина, экология. Наш организм – это единая целостная система, где абсолютно все взаимосвязано. Именно Coral Club, одна из всех в мире компаний, предложила концептуальный подход к восстановлению и сохранению здоровья. Два принципа, на которых основана концепция здоровья. Это комплексный подход и возобновляемость наших клеток. В чем заключается комплексный подход? Это наша психология, конечно же, в первую очередь. Это правильная, биодоступная для нашего организма, для нашей клетки вода. Это питание, очищение, защита, движение. Это все те факторы, которые необходимы нам каждый день. И, естественно, это все нужно делать одновременно. Давайте вспомним школьный курс биологии. Из чего состоит каждый человек? Это 12 систем. Системы состоят из органов. Органы состоят из тканей. Ткани состоят из клеток. Как правило, медицина занимается системами и органами. Но именно со здоровья клеток начинается наше здоровье в целом. Каждый день в нашем организме умирают и рождаются триллионы клеток. Идет постоянный процесс регенерации. И уже через 4 года у нас будут совершенно новые органы. А через 7 лет у нас даже будут новые кости. И здоровье наших клеток зависит от того, какие условия мы им создадим. Только здоровая клетка рождает здоровое потомство. Для здоровья наших клеток каждый день необходимо 28 аминокислот, 15 минералов, 12 групп витаминов, 7 групп ферментов, 3 полиненасыщенные кислоты. Правильная биодоступная вода – это и есть код клетки. И только при таком сбалансированном клеточном питании можно поддерживать наш организм на здоровом и полноценном уровне. Какая вода необходима для наших клеток? Мы от рождения на 70-80% состоим из воды, и наше здоровье на такой же процент зависит от того, сколько воды мы пьем, и главное, какого она качества. Вода выполняет функцию растворителя транспортного средства. Только с водой клетка получает все необходимые ей питательные вещества. И только вода способствует качественному очищению нашего организма. На слайде вы видите, что процентное содержание в наших органах воды. И давайте подробнее поговорим о качестве воды. Ведь вода в воде рознь, и не вся вода полезна для нашего организма и несет пользу. Вода должна быть чистой, это естественно, да? Без каких-либо примесей, добавок, хлора, солей, тяжелых металлов. Но вода должна иметь еще низкое поверхностное натяжение, то есть она должна быть текучей, чтобы свободно заходить в клетку и также свободно выходить из нее. Она должна иметь определенную минерализацию, чтобы не нарушать водно-солевой баланс, иметь в своем составе щелочные минералы – калий, кальций, натрий, магний. В организме необходимо поддерживать кислотно-щелочной баланс. Это индикатор нашего здоровья. Наш организм живет и правильно функционирует только в слабо-щелочной среде.
Наши жидкие среды – это слюна, кровь, лимфа, внутриклеточная, межклеточная жидкости – они все имеют щелочную среду. И уровень pH нашей крови поддерживается организмом в узком диапазоне – это 7,35-7,45. И он всегда должен оставаться на безопасном уровне. Даже совсем небольшое отклонение от нормы в сторону окисления чревато большими проблемами для нашего здоровья. Отто Варбург, великий немецкий биохимик, физиолог, в 1931 году, получив Нобелевскую премию, доказал, что в щелочной среде не развиваются даже раковые клетки, не живут вирусы, бактерии и все квартиранты, которые есть в нашем организме. Также вода должна иметь структуру. Уже давно учеными доказано, что вода несет определенную информацию. Она имеет память. Вода должна иметь отрицательный заряд, то есть иметь правильный окислительно-восстановительный потенциал. От этого показания будет зависеть, даст нам вода энергию или наоборот, заберет ее. Заряд живой воды, несущий нам энергию, это минус 50, минус 100 милливольт. Физиологическая норма воды, уже все знают, это 30-40 миллилитров на килограмм веса. Благодаря компании Coral Club мы имеем возможность пить именно воду со всеми теми показателями, о которых я сказала выше. Минеральная композиция Coral Mine делает нашу воду живой, структурированной, слабощелочной, с нужной минерализацией, отрицательно заряженной. Кроме того, что клетка должна быть напоена правильной водой, нам необходимо ее обязательно почистить. От чего же и зачем нужно очищаться? Ведь наш организм – самоочищающаяся система и саморегулирующаяся. Да, это все так. Но мы каждый день едим еду, в которой нет практически ферментов, нет витаминов, аминокислот. В организм поступают красители, консерванты, усилители вкуса, гормональные препараты, антибиотики из мяса птиц и животных. Мы пользуемся химическими моющими средствами, дезодорантами, косметикой, пьем лекарства, дышим некачественным воздухом. В нашей жизни очень мало движения. И это все дает свой отпечаток на нашем здоровье. Хотим мы этого или не хотим, но в нашем организме и именно в нашем кишечнике откладывается большое количество шлаков и токсинов. Как ученые считают, кишечник – это наш второй мозг. Вода, все питательные вещества – это все всасывается в нашу кровь именно через толстый кишечник. И представляете, какого качества будет всасываться вода, если она пройдет через всю грязь, которую вы видите с левой стороны, да, вот на картинке на нашем слайде. И чтобы избежать от всего, что нам не нужно, просто на ежедневной основе необходимо проводить детокс организма. Не реже 2 раза в год проводить очищение кишечника, очищение лимфатической системы. По заключению Всемирной организации здравоохранения, сегодня около 80% населения так или иначе заражены паразитарной инвазией. Большинство болезней возникает из-за присутствия в нашем организме паразитов. Мало того, что они съедают все полезные вещества, которые мы для себя употребляем, они еще и выделяют свои продукты жизнедеятельности, которые очень отрицательно влияют на наше здоровье. Именно паразиты, грибки, вирусы, бактерии, простейшие, являются причиной многих аутоиммунных заболеваний. Они снижают защиту организма. Многие из них даже не определяются по анализам. Наши выделительные системы – это почки, печень, кишечник – просто не в состоянии выводить такое огромное количество токсинов и шлаков. И все, что у нас не выводится, оно начинает капсулироваться в виде различных кист, полип, миом, опухолей. У нас включаются другие выделительные системы. Это кожа, легкие, и как следствие появляются псориаз, астма, аллергии. И если у нас запоры, если у нас частые головные боли, высыпания на коже, необходимо устранить первопричину – это помойную яму в кишечнике. Но очистка должна быть обязательно натуральной, бережной, безопасной. И у нас в компании для этого есть прекрасные программы, которые отвечают всем этим требованиям.
Итак, друзья, мы напоили нашу клеточку, мы ее очистили. Нужно дать ей питание. Поговорим о том, что нужно нашей клетке. Конечно же, мы каждый день едим социальную еду, но современный человек из этой еды недополучает ежедневно 40-50% питательных веществ. Современные люди, как это ни звучит не печально, но это голодающие обжоры. Наша еда, она богата углеводами, рафинированными жирами. Она перегружает наш организм, забивает кишечник, разрушает сосуды. И она не удовлетворяет даже минимальным потребностям наших клеток, потому что все жареное, вареное, в ней практически нет витаминов, минералов, микро-макроэлементов. Полноценное клеточное питание необходимо ежедневно, чтобы рождались здоровые клетки. Это, как я уже говорила выше, это 28 аминокислот, 15 минералов, 12 групп витаминов, 7 групп ферментов, 3 полиненасыщенные кислоты, полезные бактерии, клетчатка. И у нас в компании огромный выбор продуктов, которые на ежедневной основе нужны как питание для нашей клетки. Клеточку также необходимо защитить. От чего же нужно защищать нашу клетку? Мы не сможем с вами отказаться от таких средств коммуникации, как телефоны, компьютеры, ноутбуки, так как это мы даже не представляем свою современную жизнь, да, без этих всех гаджетов в нашей жизни. Но от воздействия электромагнитных излучений мы можем защититься, установив на наши гаджеты средство защиты «Нейтроник». Он разработан нашим российским ученым, продается в эко-магазинах Coral Club. «Нейтроник» является средством защиты на современном рынке номер один, что позволяет нам безопасно пользоваться средствами коммуникации. Также очень важно защищать наши клетки от воздействия внешней среды, в том числе от бытовой химии. В компании Coral Club мы имеем коллекцию экологичных французских средств под названием Elife. Коллекция Elife еще называют «зеленая химия». Особенно она показана людям, у которых есть аллергические проявления на моющие средства. Наш организм нуждается в защите от разрушительного действия свободно-радикальной агрессии. И в этом нам помогают наши помощники-антиоксиданты, в аналогов которым в мире еще не придумали. Так какой он путь к здоровью? Следующий слайд, пожалуйста. Хотеть, знать и делать. Подробнее, это человек хочет, но он не знает, что ему делать, и он нет у него знаний определенных. Другой человек хочет и знает, но он не занимается профилактикой. И именно соотношение «хотеть, знать, делать» приведет вас к здоровому образу жизни. Главное – настроить ваше желание. Конечно же, это исключить вредные продукты, вредные напитки, ограничить применение химии в своей жизни, двигаться. Движение – это жизнь, есть такая поговорка. И элементарные 10 тысяч шагов – это улучшит ваше состояние. Поить наш организм. Для этого у нас в компании есть и Coral Mind, Ocean Mint, Pentacan, H-500. Это все продукты, которые улучшают качество воды, делают эту воду структурированной, биодоступной для нашего организма. Конечно же, очищать. И детокс, и парашют, и коловада – это программы, которые безопасно очищают наш организм. Кормить, как я уже сказала, и защищать. Концепция здоровья – это не разовая акция, это процесс, это наш образ жизни.